тяжелый год. Проводить или не проводить этот юбилейный кубок? Мы долго-долго с командой думали. Было принято решение, если он уж юбилейный, все сделаем для того, чтобы получилось, и проведем. Впечатлений много, впечатлений кайфовых. И главное, что когда мы видим искрящиеся глаза всех спортсменов, всех ребят, которые приехали со всей страны, мы от этого получаем удовольствие, мы от этого кайфуем. В полном восторге от организации такого мероприятия, ты сразу попадаешь на праздник. Настолько все красочно, мне есть чем сравнить вот предыдущие годы. Тоже было хорошо, но в этом году по-европейски атмосферно. Вот в этом году у нас получилось очень круто. Единственный, кто пока что провел международный турнир. Всем ребятам большое спасибо, что вырвались. Нам хотят приехать не только российские спортсмены, посмотреть интересный формат, но и, конечно, весь мир. Мы это делаем, чтобы у детей был шанс увидеть своих кумиров. Мы это сделали. Мы рады, что также 31 регион России с рекордным количеством участников. 1213 спортсменов. Это фантастика. Переполняют, конечно же, шление самое лучшее. Несут спорт в массы, приобщают как можно большее количество людей, молодежи, более старшее поколение, взрослых. Братья Агеевы создали здесь очень такую дружескую, положительную атмосферу. Видно, что у них работает очень хорошая команда, люди заряжены, люди позитивные. И вот этот вот настрой передается всем участникам. И действительно, у многих, и у меня в том числе, остаются самые лучшие впечатления от этого вида спорта. Праздник удался, действительно. Интереснейший был заезд, поскольку Академия практически всю дистанцию проигрывала и сумела выдернуть победу на самом финише. Очень здорово. Потрясающе. Три невероятных дня, где мы захватили просто всю аудиторию гребли. Я рад, что мы, несмотря опять же на все трудности, можем проводить в таких масштабах соревнования и популяризировать наш потрясающий вид спорта гребли на байдарках и канатах.